Всем доброго времени суток, с вами Алексей, и мы продолжаем играть на берегу озера Farming Simulator 15. Если вы обратили внимание, на счету у нас 1 312 000, благодаря вот этому вот силосу, который созрел у нас поздним вечером, и на него, как вы помните, был здесь вот на биогазе большой спрос. В полтора раза дороже он продавался, ну и потрудился наш работник на славу, всю ночь пахал, не пахал, вернее, а грузил вот этот вот силос в биогазовую установку, и таким образом у нас накапали вот эти вот баснословные денежки. Плюс ко всему гомогенизированное молоко также довольно-таки неплохо приносит прибыль. Там мотался я туда, засекал вот с одной такой фляжки 1400 с чем-то тоже приносит, и эти фляжки довольно-таки быстро наполняются. Вот, ну и сегодня мы наконец-таки, я так думаю, купим первое поле. Как говорится, сбудется мечта идиота, но для начала давайте-ка так пробежимся, вернее проедемся на нашем пикапе по тем полям, которые у нас взошли, которые мы вот-вот посеяли. Так, заодно сейчас нужно будет собрать у курей яички и сразу же продать их, а то уже там накопилось сотня с лишним. Я имею в виду не здесь, а у нас по карманам, где они там затарены, затырены. Вот, пока что, пока они не испортились. Так, вот что ты под колесами гуляешь? Разбегайся. Так, давайте прокатимся. Утром в 6 часов был большой туман. Вот, как говорят, туман к теплу. Или к урожаю. Что там к урожаю, не знаю. Но, по крайней мере, был туман очень густой. Так, вот здесь вот у нас взошла рожь, насколько я помню. Сажали мы. Да, уже не только взошла, уже и даже поднялась чуть-чуть. Так. Ох, таскает его, таскает этот пикапчик. Вот эти два мелких поля, по-моему, рожью засевали. Так, здесь у нас, если мне память не изменяет, то ли соя, то ли сорга. Что-то такое. Так, ну, судя по текстурам, наверное, что-то я не пойму. Давайте-ка посмотрим. Что-то я не пойму. Так, здесь у нас... Да нет, здесь у нас овес, друзья. Ни соя, ни сорга. Да, вот здесь вот рожь. Тут овес, тут свекла. Тут ячмень. И здесь вот где соя у нас. Угу. На четвертом поле у нас соя, точно. Я вот помню, что мы сою сеяли. Так, ну, к четвертому полю мы прокатимся еще. Так, сейчас давайте прокатимся. Так, а там мы выйдем? Нет? Навряд ли. Вот 1412. Капнуло, еще один бочоночек молока продался. Гомогенизированного. Так, я уже забыл на карте, где у нас кокушки принимают-то. Так, так, так. Ага. Ага. Так, ну прокатимся до тепличек, посмотрим там. Там, скорее всего, у нас уже семена давным-давно закончились. Вот, заодно заглянем в наши сады, пока, как говорится, на автомобиле. Ух ты, вентилятор, я про него совсем даже забыл. Он ведь тоже нам какую-то прибыль приносит, да? Друзья, я уже забыл, что он существует даже. Что значит не на свои деньги купленный, да? Стоять где-то здесь.
Где-то, ага, вон там, по-моему. Угу. Вот оно. Вот оно счастье, да? Оп! 545. Ну, при наших-то деньгах 545 это... Разве что, как говорится, чтобы продукт не пропал. Чтобы кокушки не протухли. Сказал. По пикапу прям прошлись. Да, семена закончились. Семена закончились. А семян у нас... Хотя вот кукуруза есть. Можно кукурузой заправить. Они на кукурузе у нас тоже работают. И довольно неплохо. Канолу мне жалко. Да, заправим. Сейчас прокатимся, заправим кукурузой. Посмотрим, что у нас с животными. Такой круг почета по всей карте сделаем. Так, а здесь у нас давно ничего не производится. Или картошка кончилась, или что там кончилось. Ладно. Честно говоря, я особо не наблюдал, что здесь происходило. Поставил на автомате, как говорится, продавать силы с работника и сам ушел по своим делам. Так, ну да, всходы тоже есть. Вторая стадия. Даже если учитывать стадию посева, когда еще нету всходов, то это уже третья стадия роста. После этого еще одна, и созревание уже идет. А у свеклы там на одну стадию больше. Там вот когда все культуры созревают, она еще стоит как будто не созревшая. А созревшая стадия у нее отображается на карте. Так вот, как выросла трава, можно косить. Ну, имеется в виду, можно срезать ботву, я так понимаю. И это, видать, имели в виду разработчики, когда писали вот это вот. Ну, или перевод такой, не знаю. Может быть, выросла ботва, можно косить. Вот так вот лучше сказать. Ну, как написано, так написано. В общем, вот свеколка у нас взошла. Я все-таки хочу смотаться на поле номер 4 и посмотреть сою. Благо, пикапчик у нас довольно-таки быстрый. И довольно-таки в занос уходит хорошо. Поэтому особо здесь не переусердствовать бы. Так мне как-то сподручнее наблюдать. Здесь или посадка низкая. Хотя нет, нормально. Почти как Евротрак-симулятор. Так. Так, где-то здесь у нас, по-моему, поворот. Да. Вот он. И вон оно желтеет, наше поле со всходами. Вот здесь у нас, по идее, соя. Ну, по текстурам я бы не сказал, что это соя. Что-то мне это не нравится. Да, соя. Показано, что соя. Или это пшеница? Вот они похожи. Может, это все-таки пшеница? Ребят, забыл, честно. Честно забыл, что сажал. Сою мы, наверное, не сажали.
Больше на пшеницу похоже. Ладно. Что вырастет, то вырастет, короче говоря. Так, а сейчас важный момент. Блин, в сады хотел заскочить. Ну ладно. Сейчас давайте-ка прикупим наконец-таки полюшка поле. Вот это вот здоровенное, огроменное, где работы непочатый край. Ох! Люблю кататься на санках, которые мчатся впереди меня, да? Так, 598, 600 тысяч. Берем. Ха. Вот так вот. Есть такое дело. Ну давайте, давайте все-таки слетаем мы. Посмотрим наши сады. Наработаться еще успеем. Устроим, так сказать, разгильдяйские такие покатушки небольшие. Работы будет хватать. Сейчас и теплицами надо будет заняться, посмотреть, что там у животных, надо ли корма, не надо. Кстати, немножко я слукавил, когда сказал, что работника заставил силос продавать, сам ходил по своим делам. Наведывался я все-таки сюда, потому как помимо этого работника, другие работники косили траву, заготавливали ее тоже и забивали маленькую силосную яму, которая находится около коровника. Вот, почти наполовину ее забили. Тоже я ее уже под утро, ну, имеется в виду под игровое утро, закрыл, оставил на ферментацию. И тоже надо будет посмотреть, что там у нас получилось. И получилось ли вообще. Или еще он до сих пор ферментируется. Так, что тут у нас? Дела двигаются. Так, ну горит зелененьким вроде бы. Да, воды 22%, компоста 40%. Так, ну здесь дела немножечко по-другому, похуже, но пока еще терпит. Терпит пока. Тоже ягода, фрукты, ягоды у нас продаются. Так что, поехали назад. Так, дали круг почета по карте. Так, сейчас посмотрим. Пока все равно едем. Давайте глянем, что у нас у животных. Так, овцы, овцы. Все хватает. Курицы. Мало пшеницы, воды. Да, они, в принципе, много и не потребляют. Вот этих 40 килограмм им, мне кажется, до вечера хватит. Ну вот у коров, да, моносмеси нету. Или моносмеси. Вот они сейчас питаются тем, что у них есть, что придется. 89% производительности. Вот навоза жидкого я смотрю. Тоже у нас прилично. 79 кубов. Так, ну здесь понятно. Так, моносмесь есть. Тут пока что все на 100%. Ну и жидкий навоз. Вот много его, в принципе. Так, эти нам не дают. Можно его использовать вот как раз для удобрения первого поля. Часть. На все поле я сомневаюсь, что хватит. Но на какую-то часть, я думаю, все-таки хватит. Так, и еще один нюанс.
Нам бы, конечно, в какое-нибудь одно место. Опять сказал, в одно место. Вот этот весь жидкий навоз как-то сделать, чтобы в одном месте он находился. Сейчас мы над этим подумаем обязательно. Может, хранилище прикупить для жидкого навоза? Ай-яй-яй-яй-яй. В которое можно будет со всех наших сарайчиков свести. Так, к технику, кстати, сполоснул малеха. Тоже вот ночью. Делать было нечего, пока работники работали. Оп, еще молочко продалось. Гомогенизированное, две штуки. Так, 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 так. А какой трактор у нас на теплицах работал? По-моему, как раз вот этот вот New Holland. Который у нас вот с этим чудо-прицепом. Так, давай-ка. Не туда нажал. Отцепляй его. Сейчас мы тебя отправим на теплицы. Так, так, так. Блин, забыл уже. База теплицы, вот он. Вот он, вот он, вот он. Давай, вперед. Так. Тебе, тебе что там надо придумать? Пока не придумал. Так, мне бы... Так, здесь что у нас? Не набралось еще молочко? Поменял я, кстати, херлиманчика. Уж больно жалко было смотреть, как он пыжится. Вот этот тракторок сюда поставил. Так, здесь с теплицами пока все в порядке. Так, удобрять, удобрять. Давай вот мы тебя возьмем. Потаскаешь у нас бочку с жидкими удобрениями. Так, подожди. Или же тебя мы можем использовать для других целей. Для того, чтобы вывозить. Так, а вот ты, я думаю, вполне справишься с той бочкой. Волковать все равно пока ничего не надо будет. Да, тебя мы возьмем для этих целей. Вот так тому трактору. Мы прицепим другой агрегат. Не зря же она стоит здесь. Мы ее еще и не использовали ни разу. Так, наполнить. Давайте наполнять. К ней культиватор, кстати, может цепляться. Но этим мы заниматься, наверное, не будем. Так, все, пусть наполняется. Так, ты стоять. Ну что ж ты в самом деле? Шумахер, елы-палы. Так, ну-ка дай сюда руль. Вот так вот спокойно можно ездить? Дерганный ты наш. Так, давайте в теплице насыпем. Извиняюсь, семян. Кукурузу. Кукурузу, чтобы выросла. Капуста. Звучит, конечно, да. Насыпем кукурузы, чтобы выросла капуста. Так, пшеницы не надо.
Ячмень не надо. Ах ты ж, блин. А вот и облом. Так, а насколько я помню, глючок у нас как-то был с кукурузой. Ну-ка, давайте-ка. Давайте-ка этим глючком попробуем воспользоваться. Там у нас были выбраны семена, у нас сыпалась кукуруза, потому как последнее, что было выбрано вот здесь, на бункере, тоже была кукуруза. Поэтому давайте попробуем сейчас. Так, канола, кукуруза, вот. Все, и теперь пробуем подъезжать сюда. Ха! Сработал глюк. Вот так вот. Я помню, как-то в начале летсплея у нас была такая ерунда, что здесь выбраны семена, а там кукуруза. И здесь, если я подъезжаю и не нажимаю ни на что, то при выборе семян сыпется у нас кукуруза. Но назад здесь ее уже не высыпешь. Конечно же. А вот тут, кстати, еще семена есть. Так, а чё? Кукурузу не берем? Да ладно. Ха-ха. А кукурузу не берем? Да. А простоволосился, однако. Что же ее теперь? В мастер семян пихать, что ли? По-моему, я сыпал как-то кукурузу, а? Нет? Не. Не хочет на кукурузе. Из кукурузы капусту растить не хочет. Да. Значит, я пшеницу, наверное, сыпал. Ну ладно. Ладно. Отправим назад. Бывает. Бывает и такое. Один фокус сработал, второй нет. Хорошо. Ну, сидмастер этот, насколько я помню, медленный. Сюда. То давайте высыпем, что там. Кубов. Давайте высыпем. Уж сидмастер, по-моему, кукурузу берет. Вот, наверное, я с ним это спутал. Наверное, я спутал с ним, что он у нас берет кукурузу. Да. Он у нас берет кукурузу. Блин, сейчас еще все и не вместится. Под завязочку.
под завязочку. Ладно. Энтузиазм наш этим не убьешь. Так, там, наверное, бочка с какашками уже наполнилась. Надо проверить. Да, вполне себе наполнилось. Тут уже опять трава выросла. На лугу, на лужочке. Так, ну и наконец-то. Так, удобрение и посев. Поле номер 1. Да-да. Так, 14,8. Так, а по паспорту у него сколько? 15. По паспорту 15. Здесь 14,8. Давайте 15 сделаем. Ух ты, зараза. Он и не хочет 15 делать. Ладно, сделаем так. Вот так вот. Так, стартовый угол юга, юго-восток. Юго-восток, я сказал. Двигаемся мы на север. Так, генерируем. Так, и вперед. Так, стоп, я не понял, оно что, уже удобренное? Да ладно. Слушайте, оно походу уже удобренное. Текстура не меняется, а? Так это же вообще замечательно. Тогда и не надо париться. Это бонус такой, то, что поле большое, дорого стоит, да? Вот оно поэтому уже и удобрено. Так, а чё я сюда поехал? Блин, от счастья мозги потерял. То, что поле у нас удобрено. Так, всё, высыпаем это хозяйство. Сейчас тогда отправим какого-нибудь товарища туда на посев. Так, нет. Вот этого. Так, только что мы там будем сеять? Что мы там будем сеять? Так, ну поле большое, наверное, канолу. Давайте канолу там засеем. Потому что она малоурожайная, а для такого поля канолы как раз там будет много. Так, сеялку. А не буду вот заправлять пока. Может, хватит этих 9 кубов. Так, только переключим на канолу. И начнем. Раз оно у нас удобрено.
Так, подъехал я немножечко. Да, в принципе, пойдет. То, что чуть-чуть выступает, да ладно. Пускай. Да, тяжеловато, конечно, тянуть тебе. Хотя ты и не слабенький тракторок, я бы сказал. Ты ж, по-моему, сильнее тех Нью-Холландов. Нью-Холланд, по-моему, бодрее ее тянул, нет? Ну, давайте посмотрим. Так, ее же вот этот таскал, гусеничный. Ну да, здесь 320, 435. И у этого 435. Ну, у этого да. Одинаково у них, только вот Нью-Холланд почему-то ее таскал, по-моему, шустрее. Странно. Ну ладно. Пускай. Пускай тягает, пускай работает. Так, с тобой что тогда делать? Так, тогда бочонок этот, давай-ка, цепляй назад. Сейчас мы тебе прицепим прицеп для животных. Так, ну-ка заодно посмотрим силос. Ферментируется еще. процентов ферментация, но скоро будет уже. Скоро-скоро мычалки ходят уже, заглядывают. Опа. Да, бывает. Бывает. Как говорил Эдуш, а торопиться не надо, торопиться не надо. Так, и у нас торопимся куда-то, летим, бежим. Наполним ее, пусть будет в боевой готовности. Так, ну и начинаем вывоз животных. Как раз наладим все хозяйство, разбогатеем, и дело пойдет уже к завершению. Так, с кого начнем? Кроликов мало. Цыплят, гусей. Так, вот коров у нас прилично, в принципе. Так, ягнят 25, коров 85, свиней 79. Так, со свиней начать. Или с коров? Давайте со свиней начнем. Их больше вмещается, с ними быстрее разделаемся. Ну, остальных животных я, наверное, уже за кадром повывожу. Как раз досеется у нас поле. Как раз я, возможно, прикуплю хранилище для навоза, перевожу, для жидкого я имею в виду, перевожу туда все остатки. Так, давайте комбинировать. Перегон техники будет у нас. Так, 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 так. Свиньи. Продажа. Начало. Да? Нет? Да, свиньи продажа начало. Так, дальше. База мясной магазин. Потом мясной магазин. Мясной магазин база. И свиней продажа конец. Как-то так должно получиться. Давайте проверим.
Так, и что мы встали? Так, а почему у нас не отображается начальный курс? Не понял. Так, а ну-ка покажи мне все точки. Это что такое? Не понял, что у нас тут накомбинировалось? Или у нас какой-то курс висел на нем, наверное? Да, эта линия пошла. Ну-ка сбрасываем нафиг. Так, комбинируем заново. Свиньи продажи. Начало. Вот, появился. Дальше. База мясной магазин. Дальше мясной магазин. Мясной магазин база. И свиньи продажи. Конец. Так. Так, ну вот сейчас похоже на правду. Так, похоже на правду, а вот куда ты поехал, я тебя понять не могу. Застрял. Ну правильно, застрял. Куда ж ты едешь-то? Тебе ж сказали, блин, с ближайшей точки. Ну, валенок. Ладно, начать заполнение. Так, что, еще и не заполняешься? Ой, горе ты луковое. Так, а что вообще происходит? Почему я ничего сделать не могу? Да, встрял капитально. Прицеп же сейчас не отцепишь. О, выехал. Потому как здесь на букву Q разгрузить. Все, пошло вроде. Что-то с курсом у нас произошло непонятное. Ну да ладно. Все, грузится. Наконец-то. В общем, друзья, буду я на этом заканчивать. Прикупили мы наконец-то с вами большое поле. Сбылась давняя мечта. В следующей части, наверное, будем уже собирать урожай. Вот, а на сегодня все. Всем, кому понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, и всем всего хорошего.